Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Шаров с белыми журавликами запустили в небо в день памяти погибшим в дорожно-транспортных происшествиях на площади Ленина в Чите. Статистика такова, что сколько бы ни проводились профилактические мероприятия, сотни человек гибнут на дорогах. Сегодня в России проходит Всемирный день памяти жертв погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Ежегодно на дорогах нашей Родины гибнут сотни человек, как дети, так и взрослые. Только в Чите за 10 месяцев этого года на дорогах произошло 534 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 32 человека, из которых 16 людей – это у нас пешеходы. Сотрудники ГИБДД ежемесячно проводят акции, направленные на профилактику ДТП, такие как пешеход на переход, ребенок – главный пассажир и другие. Тем не менее, На дороге все зависит, в прежнюю очередь, не только от водителей, но и от самих пешеходов. Мы в очередной раз призываем вас, уважаемые жители города, быть предельно внимательными на дороге и понимать, что от вас зависит как ваша жизнь, так и жизнь другого человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам, чтобы у вас всегда все было хорошо и чтобы вы переходили дорогу благополучно. Спасибо большое. Всем удачи. Вам тоже. Даже маленькие школьники знают, что существует такой день, и уже сейчас правильно переходят дорогу, на которой, как известно, может произойти все что угодно. Почему вы сегодня сюда пришли? Запускать журавликов. А по какому поводу журавликов запускать? О памяти погибших в ДТП. Это день памяти, кто погиб в аварии. А вы соблюдаете правила дорожного движения? Да, мы соблюдаем. Вся Пташкова соблюдает правила дорожного движения. Как переходите дорогу? Смотрим по сторонам, нет ли машины на дороге. Наверное, нет в России человека, которого бы не затронула беда, связанная с дорожно-транспортными происшествиями. Общественность как может старается донести до людей то, что казалось бы элементарным. Не садиться пьяным за руль, не превышать скорость и быть внимательнее на дорогах. Мы существуем совсем недавно, у нас в группе 10 человек. Мы организовываем безопасность дорожного движения на дорогах. А сегодня день памяти погибших ДТП. Раздаем флаеры, да, общаемся с водителями. Впрочем, жить или не жить зависит от вас. Но, уважаемые автолюбители, не вам решать, лишать ли жизни другого человека. А ведь это может быть ребенок, который только-только начал жить. Обернитесь вокруг, посмотрите в глаза детям, избавьте скорость. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.